совместную, для совместной вашей работы. А что-то вы делали, вы мне расскажите, пожалуйста. Я фотографировал. На каком основании вы фотографируете мой автомобиль? С шашкой. А? С шашкой такси. На каком основании, еще раз спрашиваю, вы фотографируете мой автомобиль? Это будет подтверждение тому, что вы таксуете. Ты что, гонишь или что? Ты меняемый вообще, блин? Я нормальный, да. Ты ненормальный. Ты что, блин, на приколе или что? А что, дружище, я тоже там что-то рассказываю тебе этим, блин? Алеша этим, блин. А что они там делают? Где совместная сейчас, операция? Показывай, сейчас быстрее. Да быстрее, ну. Друг, забери вообще у него документы, дай человеку в руку документы. А давай, ну. Это твои документы? Забирай, не давай им руки, блядь, этим оленям. Смотри на того гуся, блин. Он что-то наваленный, блин. Конечно, я. Все, иди в машину, я тебя отпускаю. Я еще долго ждать? Сейчас. Останется. Да. Ну, давай, ну, показывай. Сейчас покажу. А что ты тут держишь? Твои документы или что? Нет. А что ты забрал? Я не забрал. Водитель, подойдите сюда. Да, вы сюда. Отдай человеку документы. Почему я должен ему их отдавать? Документы отдай человеку, тебе еще раз говорю. Почему я ему должен их отдавать? Это ваши документы? У него в руках. Это он украл вас? Документы отдаешь? Я не украл. Сейчас звоню на 102, нахер, я тебе говорю, вызывайся. Звоните на 102. Отдай. Попроси документы, чтобы он тебе отдал назад. Совместный график. Что вы хотите с ним делать? Показывай, давай я почитаю, что такое, кем подписано. Читайте. Ну, читайте. Вы даже снимаете, потом можете почитать. Да, я снимаю, да. Снимайте. Это что такое? Ксерокопия? А где оригинал? Ксерокопия. У вас должен быть с собой оригинал. Оригинал начальника. У вас должен у быть с... одного начальника его. У вас должен быть с собой оригинал. У меня с собой. У кого? Владимир Иванович есть? У Гриба есть. И у моего начальника есть. Покажи, да. Житомир. Осипов, Юрий Анатольевич. Почему он ксерокопия? Потому что ксерокопия. Оригиналы у них. Один у вас. У вас должен быть с собой. Водитель, попросите у них документы назад. Не давайте им в руки. У вас документы на таксовку есть? А ты кто такой, что тебе буду еще рассказывать? Я вам представился, я вам показал удостоверение. Нету. Что нет? Документов на таксовку. Как это не показал? Я вам показывал удостоверение, пожалуйста. Это не снимайте на камеру. Державная инспекция. Да вас расформировали, ты что, гонишь? Нет. Что? Как нет? А ну, до какого действительно? Да на 4 лыбня. Вас расформировали. Министр внутренних дел сказал, что вас расформировали. Министр внутренних дел к нам не имеет никакого отношения. А кто к вам имеет отношение? Кому вы подчиняетесь? Министерство инфраструктуры. Чему? Инфраструктуры. Знаете такое, да? Не знаю, блин. Ну, видите. А что вы хотите законы делать? Вы? Они у вас что, украли документы, да, этот черт? Нет, ГАИ передали. Смотри, ты ему можешь сказать, что подал документы. Ну, если вы кажете. И больше в руки даже их не бери. И никому не давай документы в свои руки. Вообще никогда не давай. Все, спасибо, дорогой. Еще есть какие-то претензии к нему? К нему? Да. К нему пока нет. А ко мне? Вам, ну, какие у вас есть претензии? Есть лицензия у вас на таксовку? Нет. Пожалуйста, документы предъявите ваши. Не хочу. На каком основании вы не хотите предъявлять? А? На каком основании вы не хотите предъявлять? А что, у меня такси или что? Ну вот, а что у вас написано латинскими буквами на шашке? А если я сейчас напишу ГАИ, я буду ГАИшник? Нет. Ну так что я таксист? Так если вы напишете ГАИ, так у вас, по-моему, будет переоборудованное транспортное средство. Да? А что, у меня сейчас переоборудование? Что? Нет, не переоборудование. Ну так что, ну такси? Ну, так ну, я сейчас такси. Если ну, я напишу самолет, ну, а что я буду, летчик или ну, что-то? Ну такси же написано. Ну так, да, ну так нет. Мне нравится французский фильм «Такси». Знаешь, есть такой по Франции фильм «Такси», да? Ну вот и мне нравится, я себе катаюсь так, ну, летаю так, гоняю так. На мой взгляд, это машина, которая предназначена для перевозки. А у вас справка есть медицинская? Есть медицинская. Ну покажите ее, чтобы я мог оценивать ваш взгляд. Нет. Ну так как вы можете на свой взгляд? Ну так а у вас есть медицинская справка? Да, у меня есть. А где ты кто такой, что тебе буду показывать? Я вам показал удостоверение, представляю. Ну так и все, ну. А я не хочу, ну. Не хочу, ну так я тоже могу нормально оценивать, или вы адекватнее или нет. Ну, вы меня спрашиваете, я вам не подождите, я себе ехал,
Меня остановил сотрудник ГАИ, вы подошли, начали фотографировать. На каком основании вы вообще меня фотографируете, мой автомобиль? Вы хотите его угнать или что? Вы знаете, что каждый день машину угоняют? Мне кажется, что вы хотите угнать его. Вот смотрите, если с моим автомобилем что-то случится, вы будете 102, первым подозреваемым. Лучший способ решения. Смотрите, проблем. Хорошо, делаем так ситуацию. Я сейчас завожу девушку, и я вернусь. Вы дождетесь меня? Не знаю. А, вы не знаете. Вы дождетесь, товарищ человек? Да. Все, смотрите, я сейчас 5 минут буду.